Так, наши одноклубники. Подписчики. Привет, привет. Здорово. Ну ты что, нормально доехал? Да, вполне. Что у тебя там, подсветка какая-то луноходная горит? Да. Это белка? Ну и что ты это... Только подъехали. Ну мы, нет, а мы там стояли, потом посмотрели, думаем, ладно, двинем сейчас дальше. Сейчас я засниму. Так ты с Новосиба без тормозов ехал, что ли? И сейчас куда? Сумасшедший, блин. Вот, ребята, все, встретили нашего одноклубника. Красавчики. Там подальше отойти. Так, это, короче, батина машина. А это нашего одноклубника. Так ты это? Ты не устал? Я же день в Новосибирске отдыхал. А-а-а. Ну блин. Ну подсветка зачетно. Зачетно. И здесь нормально тоже прикольно сделал. Это светоотражающее идет. То есть это не подсветка. Вот так вот, короче. Красота. То есть не лампочка. Ну, в смысле, вот эта вот подсветка. Вон, видишь? Да, все, понятно. Понятно. Ну, забавно сделал, красавчик. Вообще молодец. Так я не понял, ты по делам ездил или как? Куда? Или ты его купил и гонишь? Нет. Нет? Я уже зашел в контакт, посмотрел, думаю, блин, что-то вроде там первый кузов был. Нет? У меня два же было. А, ну так я игру я. А, все уже. Я в Питер еду. В Питер жить едешь? Эй, с Питера там. Ожидайте нового пончика. А в Питере у нас есть кто-то в группе? Есть, есть, нормально. Мне да. Сейчас туда лучше выйти. Вот туда. И пошел прямо. Заправки. А? Да, будет. А перед мостом будет заправка, заправишься на это Сибнефть. Все. Давай, все. Отписывайся обязательно. Давай, доедь только аккуратно. Надеюсь, все нормально будет. Ну все, зашибись. Ну что, Бела, поехали? Ладно, и мы с Белкой попрем потихонечку. Все, встретили. Дубакс, дубакс. Так, все, ребята, отправили. Это самое главное, встретили. Самое главное, пообщались. Вообще, красавчик. Давай там, хорошие тебе дороги от всех. И, ребята, кто из Тюмени, пожалуйста, будьте на связи. Если, ну, мало ли что там в дороге случится, чтобы нашим братьям, так сказать, из банды помочь.